Саженцы лоха многоцветкового, Elaeagnus multiflora, кустарник с вкусными плодами. Высота может достигать 2 метров. В начале лета растение начинает цвести. Бледно-розовые медоносные соцветия приятно пахнут и свисают в виде трубочек со стеблей. Ягоды маленькие, но на ветках их много. По форме плоды похожи на кизил, они ярко-красные и очень сочные. Витамины и аминокислоты хорошо кушать для поддержания ЖКТ и улучшения качества крови. Кустарник улучшает почву, дело в том, что в корнях живут бактерии, которые перерабатывают азот. У лоха многоцветкового листья и кора имеют фитоцидные свойства. Диаметр кустарника может занимать до 2 метров квадратных. Лох многоцветковый – это кустарники высотой 200 см с типом роста, среднерослый – диаметром 150 см. Цветет растение в месяце июнь. Окраска цветка желтый. Лист растения по форме округлый, овальный. Весной листва по цвету зеленый, летом листва зеленый. У растения нет шипов. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Форма у ягод овально-округлая. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что лох многоцветковый, самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.